Сидеть в отпуске по уходу за ребенком и получить профессию может любая женщина. Было бы желание. В Чувашии продолжает работать программа по дополнительному освоению специальности и повышению квалификации. За годы работы этого проекта сотни женщин в республике смогли с успехом трудоустроиться. Олеся Сингильдина стать парикмахером хотела с детства. После обучения эта специальность станет ее профессией. Я с удовольствием получаю это образование. На самом деле это искусство. Это действительно огромное искусство. Индустрия красоты, индустрия сделать женщину красивой. Ведь каждая в душе об этом мечтает. И когда ты видишь свой результат, результат работы, получаешь действительно огромный восторг. Надежда Афанасьева – мама полуторагодовалого малыша. Отпуск по уходу она совмещает с преподаванием в кооперативном институте. На курсы пришла повысить квалификацию в области информационных технологий. Обучение длится 1 месяц, по 3 часа в день. И это очень удобный график, отметила она. Получила много очень знаний по компьютерной графике, по векторной графике, растровой графике. Очень интересно нас преподавали основы дизайна. И как раз сейчас мы составляем сайт грамотно, как раз применив вот эти вот все навыки. Курсы по профессиональному обучению, повышению квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, совместная работа Центра занятости и учебно-методического центра «Аспект». Обучиться здесь можно самым востребованным на рынке труда профессиям. Повар, швея, бухгалтер, парикмахер, специалист по охране труда. Всего около 20 профессий и специальностей. Нужно отметить, что для женщин и молодых мам это обучение бесплатно. В период обучения выплачивается стипендия. Выделяемые средства регионального бюджета в 2019 году позволяют нам обучить не менее 141 женщины по городу Чебоксары, по республике более 400 человек. Благодаря таким курсам вернуться в профессию или успешно трудоустроиться может любая женщина даже после продолжительного отпуска по уходу за детьми. Нужно лишь обратиться в центр занятости по месту проживания. Ольга Алексеева, Андрей Спиридонов, Андрей Шоклев, Республика.